Сейчас мы пришли в место Лалита-кунда. Однажды Шримати Радика делала гирлянду для Кришны. И в это время также все сакхи были заняты подготовкой встречи Радхи и Кришны, подготовкой их Джуланлилы. Но тут прибыл Нарада Риши и сказал Шримати Радике: «Что ты здесь делаешь?» Она ему ответила: «Я делаю гирлянду для Кришны». Он сказал: «О, Кришна здесь? А он очень близко отсюда, пасет коров. Поэтому ты можешь ему одеть гирлянду». Затем Нарада Риши предстал перед Кришной и пригласил его в то место, где были качели, и сказал: «Кришна, я хочу, чтобы ты совершил одну лилу. Ты всегда проводишь время со Шримати Радикой, но никогда не бывает с Лалитой Деви». И тогда Кришна и Лалита Деви стали качаться на качелях. А затем Кришна покинул это место и отправился в кунду Шримати Радики. А Нарада Риши сказал: «Сегодня Кришна был с Лалитой. Он большой обманщик». Он не ждал тебя. Шримати Радика очень разгневалась, услышав это. Кришна пришел, она сказала ему: «Почему ты так поздно?» И тут они начали выяснять отношения друг с другом. Лалита-кунда ки джай.